Первая открытая площадка Народного клуба собственников жилья начала действовать в Ярославле. Дискуссии, обмен опытом, передовые достижения. Словом, все, что волнует жильцов многоквартирных домов. Первое заседание прошло в региональной общественной приемной «Единой России» на Советской площади. Филиалы Народного клуба будут действовать во всех районах. Важно, считают организаторы, привлечь социально активное население к совместному решению коммунальных проблем. Народный клуб не имеет законотворческих функций, поэтому еще одно направление – мониторинг проблем и последующее предложение депутатам для принятия законов. Мы, конечно, все, что от нас зависит, будем стараться вам помогать в этом процессе, потому что, ну, общество, оно должно быть консолидировано в решении той или иной задачи. И ведь и зачастую, объединившись по вопросам ЖКХ, нам приходится иногда перед органами власти ставить и вопросы, которые к ЖКХ иногда никакого отношения не имеют. В этом году было принято очень много новых законов в жилищной сфере. И, в общем-то, не всегда понятно собственникам, как их правильно использовать, как их применять на практике. И этот клуб, я понимаю, что в первую очередь должен помочь нам, собственникам, председателям ТСЖ, разобраться во всех этих законах, правильно применить их и распространить на как можно большее количество собственников.